Сейчас принимаем ответственное решение по выдвижению кандидата. Если исходить только из формальных причин, не касаясь содержательных, о которых я готов сказать отдельно, и сравнение с Ганди я считаю абсолютно некорректным, но я сейчас не буду об этом говорить. Строго по формальным причинам, сейчас самый лучший способ принять предложение Евгении Чириковой для того, чтобы партия «Яблоко» не выдвинула вообще никакого кандидата. Поэтому я предлагаю принять это к сведению. Но, наверное, вопрос о включении в бюллетень мы решим все вместе. Я не собираюсь навязывать свою позицию по данному вопросу. Значит, сейчас будем утверждать бюллетень. Можно сейчас это сделать.